Жители многоквартирных домов 6-го микрорайона Каспийска столкнулись с проблемой отсутствия отопления и горячей воды после выхода из строя котельной на улице Халилова. Объект обеспечивает теплом значительную часть жилого фонда района. И сбой, произошедший из-за технической неполадки, затронул сотни жителей. На протяжении нескольких дней в квартирах сохранялась пониженная температура, что вызывало обеспокоенность среди горожан, особенно в связи с наступлением холодного времени года. Для восстановления работы котельной на место оперативно выехали сотрудники управления ЖКХ Каспийска совместно с представителями ООО «Теплосети» и управляющей компании. Специалисты провели тщательную диагностику оборудования, чтобы определить причины поломки и оценить объем необходимых ремонтных работ. Как пояснил начальник отдела МКУ ЖКХ города Каспийска Замир Амаров, причиной сбоя стала засоренность газовых форсунок, что привело к нарушению подачи газа и, как следствие, к остановке котельного оборудования. Из-за засора форсунок поступление газа в топку котла было затруднено, что привело к недостаточному нагреву воды и отключению системы теплоснабжения. Утром, когда пришли, котельная не работала. Там были технические перебои, связанные, видимо, с подачей газа. И, значит, в данный момент котельная работает в штатном режиме. На данный момент ремонтные работы продолжаются. Сегодня специалисты прочистили и протестировали клапаны, а также выполнили комплексную профилактику системы подачи тепла. Помимо этого, были скорректированы параметры газоснабжения, что обеспечит более стабильную работу котельной и минимизирует риски сбоев в будущем. Представители управления ЖКХ и ООО «Теплосети» заверили, что прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения. Также в ЖКХ отметили, что жителям, пострадавшим от отсутствия отопления и горячей воды, будет произведен перерасчет за непредоставленные коммунальные услуги.